Прогноз для типичных представителей знака зодиака Лев на декабрь 2021 года, который является также и прогнозом на 2022 год, потому что месяц очень значительный и важный. В этом месяце наступает природная зима 21 декабря. В этом же месяце очень много праздников, знаменующих собой наступление природного Нового года. 4 декабря 2021 года солнечное затмение в знаке зодиака Стрелец. Стрелец – это огненный знак, так же, как и львы. Львы – это про вас всегда, любое солнечное затмение, потому что солнце – это ваш управитель. Солнце, дающее, дарующее, дарующее и радующее. Это солнечное затмение подарит вам любовь. Стрелец – это ваш пятый дом. Поэтому любовь, радость жизни и последствия любви и радости жизни – дети. Бизнес, построенный на своем хобби, это тоже детище, как ребенок. Поэтому все темы, которые вас радуют, будут вас радовать 4 декабря. Любовь, дети, хобби, увлечения, свой бизнес, основанный на хобби, различные увеселительные, праздничные, радостные мероприятия, выступления на открытой сцене, на театральной сцене. Все для вас, все про вас, все по вам, по вашей душе. Если вы типичный лев, то это солнечное затмение будет вашим личным праздником, праздником вашей личности, когда вы сможете проявиться. Пожалуй, самый лучший месяц для артистичных львов, для тех, кто хочет выступать. Все равно где, все равно в роли кого. Может быть, вы фотомодель, может быть, вы певец. В любом случае, вот если вы артист, да, вот то, что называется человек художества, в художественной сфере, замечательно. Но также, если вы с детьми, если у вас много детей, если вы планируете детей, тоже. Если вы сейчас в романтике, если вы хотите посвятить этот месяц свиданиям, вот только то и делать, что ходить на свидания, да, это лучший месяц для этого, потому что Вселенная вам благоволит, потому что в этом месяце, если вы будете в постоянных походах на свидания, вы не потеряете ни в деньгах, ни в здоровье, ни в чем. Почему не потеряете? Потому что энергии таковы, что именно это вам и нужно делать. Это тот случай, когда вы можете радоваться как ребенок без оглядки. А как же дела, а как же быт, как же деньги? Вам Вселенная будет все давать, как щедрый и добрый родитель. С работой все будет в порядке. Меркурий в вашем шестом доме с 13 декабря. Здесь он будет помогать вам зарабатывать деньги, считать деньги. Меркурий – это руки, которые работают и которые потом считают деньги. Наличка, много налички, вы, может быть, взаимодействуете по поводу финансов с братьями, сестрами, дядями, тетями, коллеги вам, может быть, помогают больше зарабатывать, подсказывают что-то на работе, может быть, вы курируете кого-то на работе и тоже вам за это доплачивают. Какой-то помощник на работе, либо вы этот помощник, либо у вас помощник, поэтому все у вас спорится, ладится, кто-то вас заменяет, кого-то заменяете вы, вот такое напарничество очень хорошее в декабре для львов. Вместе с этим, вместе с Меркурием в шестом доме, в пятом доме Марс. Обратите внимание, солнечное затмение 4 декабря в пятом доме любви, секса, детей, хобби, увлечений, праздника. И Марс с 13 уже, то есть буквально через 10 дней, еще и Марс в этом доме. Радости, увлечений, счастья. Марс активный, огненный, снова-таки огонь. Очень горячий будет месяц львы, очень горячий будет месяц для вас. Марс – это мужчина, поэтому поздравляю всех одиноких львиц. Здесь для вас, конечно, больше шансов найти любимого человека, мужчину, потому что Марс в пятом доме – это про то, что мужчина у вас появляется, которого вы любите. Если же вы мужчина, лев, то для вас больше шансов зачать ребенка, мальчика, если вы хотите. Если у вас уже есть дети, если у вас уже есть мальчики, они будут успешны. Не знаю, в каком роде эти мальчики. Может быть, у вас молодой человек намного младше вас. Может быть, у вас ребенок, мальчик. Но вот все, кто младше вас, мужчины, которые вам как сыновья, вне зависимости от того, в какой они роли, будут делать успехи, будут делать, ну вот, шаги
первые шаги, возможно. У кого-то сын найдет первую работу, у кого-то юный возлюбленный найдет первую работу. Ну, вы себя будете чувствовать, если вы женщина, лев, будете чувствовать себя Аллой Пугачевой, потому что к вам будут явно более юные мальчики приходить. Поэтому, если вы вдруг переживаете, если вы львица, и вам сейчас лет 30, и вы не знаете, а где же ваш суженый, возможно, он еще не родился. А может быть, он именно родится в 22-м году. Я, конечно, так шучу, но в каждой шутке доля правды. Обратите на это внимание. Это не значит, что вам нужно быть одинокой, дожидать, когда он выйдет из детского сада хотя бы. Нет, это значит, что просто вы должны понимать, что никогда не поздно почувствовать себя желанной женщиной, сколько бы вам ни было лет. Тем более, что полнолуние в этом месяце в Близнецах, в вашем 11-м доме. Вот 11-й дом – это уже дом интернета, это уже открытый open space, это уже сцена на полностью на весь мир, где вы вещаете. Смотрите, какая тут связь. Если 4 декабря – это малая сцена, ну вот сцена театра, скажем так, то 19 декабря, День Святого Николая, это полнолуние на сцене интернета. То есть, начав с какой-то малой сцены, буквально выступая когда-то на мероприятиях в школе, вы можете обнаружить, что вот спустя годы вы выступаете уже на всю Вселенную, да, то есть вещаете уже, может быть, на иностранном языке, какие-то уроки преподаете, и у вас очень много поклонников. Да, не побоюсь этого слова, это реально месяц Аллы Пугачевой. Надеюсь, львы, я вас не смущаю таким странным юмором, но это тот месяц, когда вы, ну вот реально вы можете очень многих в себя влюбить, будьте даже осторожны, потому что здесь какие-то подглядывания за вами, то есть какой-то вуэризм такой, или как это правильно называется. В общем, когда все пытаются подглядеть в замочную скважину, как вы там красиво одеваете чулочки, готовясь танцевать канкан, ну что-то в этом роде, то есть вы артист, вы очень яркий человек. Если вы не такой человек, значит, наверное, вы нетипичный лев, и я вам рекомендую тогда посмотрите гороскоп по другому знаку. Напоминаю, что этот гороскоп для львов по асценденту, по солнцу и по луне. Поэтому, если у вас, например, солнце во льве, но асцендент в другом знаке, обязательно посмотрите другой знак, соответственно, и луна. Это для типичных, ярких, проявленных львов. Возможно, у вас много поклонников, возможно, у вас по Венере ретроградный в 6-м доме служебный роман, по Хирону директному в 9-м доме у вас курортный роман, гастрольный роман, вот такой вот гастролер вы в этом месяце. К вам могут возвращаться люди, которые полюбили вас на работе, либо влюбились в вас, когда увидели, как вы работаете, могут возвращаться к вам, требовать вашей любви, внимания, дарить вам цветы. В период внимания с 19 декабря 2021 по 29 января 2022. Заметили? Только что вы услышали прогноз еще и на 22 год, на январь 22 года. К вам будут возвращаться люди, которые полюбили вас на работе, когда вы были на работе. Цветы вам приносили, когда вы были на работе. Вот такие люди вновь и вновь вас хотят видеть, вас хотят лицезреть, созерцать, любить. Сексуально очень горячий месяц, потому что 1 декабря аспектирован очень хорошо дом секса, и тема секса у вас еще вообще-то очень долго. Посмотрите сейчас на экран. Что вы видите написано? До 27 января 2026 года у вас тема сексуальной энергии вас не покинет. Сколько вам ни было лет, вас видят очень желанным партнером. Эта же тема, которая до 2026 года поддержана энергией Нептуна в рыбах, эта же тема сексуальности поддержана Юпитером, который тоже в рыбах, год, целый год, 22-й, снова-таки посмотрите на экран, посмотрите, какая дата написана, до 20 декабря 22 года. Итак, с 29 декабря 2021 года по 20 декабря 2022 уже года у вас Юпитер в доме секса, больших денег, денег от других людей. Юпитер в доме страсти, экстрима, прыжков с парашютов, необычайных магических событий, как по волшебству что-то произошло. Этот дом, дом стресса и перерождения, возгорания и горения, это дом птицы Феникс, когда вы горите страстью. Тут
По, как бы сказать, по большинству, да, потому что большинство людей выбирает, это, конечно, выбор в сторону секса и в сторону денег, но, может быть, вы выберете, например, что-то менее популярное по этому дому, например, магию. То есть это взрыв интереса к сексу, к деньгам, либо к магии, либо к экстриму. Может быть, какой-то экстремальной профессии. Смотрите, если вы сейчас юный лев и выбираете себе профессию, присмотритесь к таким острым профессиям, как хирург, каскадер, страховой агент. То есть везде, где что-то страшное, страсти. Страсти кипят, и вот где можно поработать со страстью? МЧС. Вы выбираете, например, пожарным быть, может быть, вы выбираете. Если вы юный лев, если вы в возрасте, то ваши дети, внуки могут это выбирать. Самый опасный период в месяце декабре – это перед католическим Рождеством, 24 декабря. Вообще два опасных дня – это, конечно же, 4 декабря и потом через 20 дней 24 декабря. Но если 4 декабря – это, конечно, такой вот тоже взрыв огня, но больше как положительное такое событие, то 24, к сожалению, может быть не очень хорошим. Знаете, вот буквально если 4 декабря елочка горит, елочка загорается огнями, от того, что гирлянда на ней, то 24 декабря елочка гори, может быть, в прямом смысле елочка может загореться. Поэтому будьте осторожны с электрикой, очень, особенно на работе. Смотрите, если у вас, знаете, как перед Новым годом во всех офисах горят елочки и пятые точки сотрудников, в которых горят дедлайны. Поэтому смотрите, пока вы заканчиваете делать какой-то проект, пока вы свои бухгалтерские счета подбиваете, не забывайте выключать елочки, не забывайте следить за техникой безопасности горящих огоньков, свечей и так далее. Будьте внимательны, здесь может быть перегрузка электрики, да, поэтому смотрите, елочки лишний раз не включайте, либо помните об этом, то есть помните. Также может быть возгорание страсти в сексуальной, но опять-таки в негативном ключе, то есть если весь этот месяц, особенно 4 декабря, страсти горят в положительном ключе, то, к сожалению, 24 декабря довольно-таки опасный период, поэтому тише едешь, дальше будешь. Вот если вы будете спешить в католическое Рождество куда-то, то лучше не спешите, потому что тише едешь, дальше будешь. 4-24, поберегите себя. Все остальные дни, в принципе, яркие, взрывные, когда вас бережет, да, что называется, ваш ангел-хранитель, а вообще-то береженного Бог бережет, да, поэтому всегда помните, берегите себя, спешите, торопитесь, но знайте, что если, например, вы где-то по гололеду лучше не ездить на мотоцикле, да, если вы где-то в каких-то таких экстремальных условиях находитесь. Выбирайте лыжи там, где снег, и мотоцикл там, где асфальт. То есть действуйте здраво и будьте здоровы. Если вы хотите свой гороскоп на свой Новый год, лично ваш, лично для вас, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран, здесь мои контактные данные, моя электронная почта, а также телефон, по которому вы можете писать на Viber, WhatsApp, Telegram и заказывать свой гороскоп на 2022 год. Будьте счастливы, всего доброго!